Егор Борисов в Москве встретился с главами 4 районов республики. В эти дни в столице страны главы Анабарского, Алекминского, Оленёкского, Кабяйского районов проходят обучение по линии МЧС. В ходе встречи Егор Борисов с коллегами обсудил вопросы текущего социально-экономического положения данных районов, говорили о назревшей необходимости внесения изменений в законодательство, нацеленных на развитие арктических и северных улусов. Применение особых механизмов государственной поддержки, прежде всего это касается завоза продовольствия.